Куда может привести репост хэштега в соцсетях? Среди новосибирцев в сети интернет набирают популярность тайные ивент-мероприятия. Смысл в том, что участники сообщества в итоге попадают туда, сами не зная куда. Ксения Бородкина подробно о том, как один клик мышкой может обернуться путешествием на инструментальный концерт в Толмачево. Неизвестно где, неизвестно кто. Вот главная особенность тайного концерта. Для того, чтобы попасть сюда, нужно было сделать репост в интернете вот с таким хэштегом. Ну и, конечно, кто стал счастливчиком, получили вот такой билет, как будто бы на самолет. А все потому, что площадкой для концерта стал аэропорт Толмачево. Прямо в холле, соединяющем внутренние международные авиалинии, организовали мини-сцену. Вместе с приглашенными случайными слушателями стали и пассажиры, ожидающие свои рейсы. Тайные концерты были придуманы в Лондоне. Это такая серия уютных шоу, которая проводится в необычных местах. Никто не знает, где они будут в этот раз, кто будет выступать. Люди регистрируются специальным образом, потом за 3 дня получают сообщение, в котором указывается место. Но а кто выступает, они до сих пор не знают. Зрители ожидало путешествия в мир сибирской музыки. В списке выступающих молодые коллективы. Лакрейн, дуэт ЧБ и The All. Дарья Шахова – композитор, пишет музыку для фортепиано и струнного квартета. Регулярно выступает на крупных площадках города. Но на тайном концерте впервые. Здесь есть люди, которым, возможно, было бы интересно услышать мое творчество, и в дальнейшем они бы, возможно, заинтересовавшись, приходили бы на мои сольные концерты. Ну и вообще это довольно интересная авантюра, я бы сказала, делать концерт в аэропорту. Первый концерт в Новосибирске прошел летом на ступеньках театра «Красный факел». Проект вызвал ажиотаж, собралось 400 зрителей. В этот раз желающих было еще больше, но количество участников ограничили. Я давно хожу на этаж, где-то уже около года. Я не была летом на тайном концерте, даже потому что уезжала. Мне очень хотелось прийти и посмотреть, что будет вообще. Безусловно, интересно. Это что-то новое для нашего города. Таких концертов еще не бывало, и поэтому, да, интересно. Ну, это довольно удивительно. Знаете, в аэропорту вот эта атмосфера сама, путешествие и концерт. Ну, я был уже на концерте один раз в аэропорту, и, ну, это классное ощущение. В следующем году организаторы планируют 5 тайных концертов. Ближайший пройдет в марте. Список артистов по традиции не разглашают, но обещают, будет интересно. Ксения Петренко, Александр Егоров, новости ОТС.